Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова Genium, и мы продолжаем играть в игрушку The Inner World. Вчера мы немножечко с вами застряли, перепробовали все, что можно, однако, чуть-чуть поиграв после, я кое-что понял. Знаете, что мы с вами не сделали? Мы перепробовали действовать всем на все, кроме действия наших предметов на лору. Давайте попробуем что-нибудь с этим сделать. Где мне предметы перемешались. Лора. Нет. 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 А знаете, почему я это вспомнил? В одной из частей, когда мы были на заднем дворе, мы просили Лору... Мы просили Лору избавиться от Стива. Вот, и она сказала, что можно заткнуть ему уши. Вот, она сказала, что может заткнуть ему уши, но мы так и не смогли придумать, чем это сделать. Однако, если мы посмотрим на грибы, видите? И он нам говорит, что необходимо засунуть эти грибы в уши, и тогда мы точно замолчим. Собственно, давайте попробуем это сделать. Если у нас получится, то двинемся немножечко дальше. Как же я мог забыть-то про это, а? Ну ладно. Ничего страшного. Take these as earplugs. It could help with Steve's blabbering. But why should I distract him? He'll let us go wherever we want. А? Интересное кино. Do you have any... Так, интересно, интересно. Собственно, она не хочет его обезвреживать. А почему? Давайте, знаете, что сделаем? Попробуем. Так, Лора, еще разок? Нет? Так, собственно, она не хочет это делать, потому что говорит, что мы можем ходить куда угодно. Стив, тогда на тебе золотые билетики и пойдем. Попробуем, значит, туда сходить и попробуем там, значит, выдать ей грибочки. Потому что если это не сработает, тогда я вообще не знаю, что делать. Так, на. Вот, вот здесь вот... What did you say? Wow, your voice is beautiful when you scream like that. Так, он отдал ей эти затычки. You can yap away now. So, the history of the cookie is one full of misunderstandings. Cookies, бла-бла-бла-бла-бла, печенье, бла-бла-бла-бла-бла. Очень интересно. Расскажи мне еще. Yes. Tell me more. Ага, то есть она получается... Смотрите, что у нас вышло. Она заткнула себе уши, а не ему уши. И тем самым дала нам возможность уйти. То есть она сейчас с ним разговаривает, его не слышит. Вот как она его отвлекает-то. А я-то глупый, глупый, глупый. Ну что ж, теперь мы с вами сможем пробежаться по вот этой комнатке, по самой первой, пособирать какие-нибудь печенюшечки. Так, взять. Забрали. Хорошо. Так, ингредиенты. I'm afraid they're all gone. Так, все закончились? Так, здесь что? Fire beetles. Conroy, yeah. Так, давайте их попробуем. Hey, you sweet little fire beetles. Ой, маленькие огненные жучки. Would you mind? I mean, if it isn't too much trouble. Может быть, вы проблемы? Пожалуйста, нагрейтесь. Не хотят, по ходу дела, греться. Yes? Это да или нет? Hmm. Я думаю, что нет. Так, а так, магическими словами. Может быть, слова помогут активировать их? Давайте попробуем. Password 1. Нет, не работает. Wake up? Проснитесь? Нет, не работает. Авада Кедавра? Кто-то явно смотрел Гарри Поттера. Вы должны гореть. Нет, они не хотят. Это не работает. Так, ну таким.
Так, как же нам их разозлить? Так, подождите, что бы Конрой сказал? Ты червяк, ты не можешь этого решить. Вот почему твои родители бросили тебя. Вот почему никто тебя не любит. И никогда не будет. А, точняк, смотрите, мы их разозлили. Так, комплименты. Ага, понятно. То есть, если на них кричать и пытаться их раздражать, тогда у них все плохо. Если с ними говорить хорошо, тогда у них все хорошо. А, смотрите, что нам нужно будет сделать. Мы забрали кейс. Кейс нам понадобится для выпечки, скорее всего, печенья в печи из ингредиентов, которые мы будем использовать на миксере. Так, сахар. Пойдет? Пойдет. Цветы, там точно сок нужен был. Пойдет. Так, забрали вот эту штуку. Что мы можем с ней сделать? Grater. Так, мы можем что-нибудь натереть. Что мы можем натереть? Так. Ну-ка, книжку давайте почитаем, что в книжке говорится. Так, нужно сахар, нандариновый джуз, кило цветов и potion of chocolate flakes. Так, интересно. Так, интересно. У нас есть два ингредиента из четырех. Так, мы не можем готовить, если у нас нет всех ингредиентов. Так, а что можно сделать? Так, нам нужен шоколад. А, я знаю, смотрите, у нас есть терка, и у нас там есть щит, на котором ржавчина. Так как мы уже все равно занимаемся всякой ерундой. А-а-а! Слушайте, походу игра зависла. Да ладно тебе, а. Хорош, ну почему? Подождем, у меня уже так было, он отвисает через энный промежуток времени. Ну. Так, ладно, давайте вернемся назад в меню. Скажем, играть и сюда. По ходу дела что-то у нас так подвисло. Нехорошо. Собственно, значит, у нас мы остановились на том, что мы хотели сходить на задний двор. И он опять завис. Ну, игра, ну не издевайся надо мной. Так. Все, давайте выйдем на секундочку. Я тут же ее перезагружаю. Слушайте, ну это не дело вообще. Почему так? Все, перезагрузились. Странно. Я больше чем уверен, что нам необходимо идти туда. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте выйдем сначала к Гарфелине, а потом вернемся сюда. Так, выйдем к Гарфелине. Он опять завис. I better put the case back. He'll probably panic if he notices that it's gone. Ага. То есть он будет паниковать, если оно исчезнет. Вот, значит, он подвис на вот этих словах. Хорошо. Возвращаемся назад. И идем к щиту. Попробуем его очистить от ржавчины. И, может быть, эта ржавчина пойдет нам за шоколад. Ну, коричневая. Шоколад. That didn't work out. Это не работает. Так, цветы мы не можем использовать больше. Это не работает. А что мы можем сделать, чтобы оно заработало?
Так, ржавчину чем разъедают? Разъедают либо кислотой, либо специальной... Так, либо специальным средством. Кислота. А, кислота! Ребят, кислота, я знаю, у нас есть горфелина. Горфелины очень кислотные... Кислотные выделения на коже. Давайте попробуем ее использовать ради того, чтобы получить какую-то, не знаю, эссенцию для, ну, для очистки ржавчины. Хорошо, так, горфелина, на. О, ей нравится. Нифига себе она взяла и просто расплавилась. Спасибо за то, что почесал меня. Так, мы получили теперь супер модную терку. Наверное, вот этой теркой мы должны очистить щит. Давайте, 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 давайте. Туда пойдем. Туда пойдем. Так, все, щит. Хорош, давай, чистись. Шик-шик-шик. Па-бам! Очистили щит и потеряли терку. Ну, впечатляет. Итак, у нас есть щит. Итак, если у нас есть такой щит, значит, кстати, вот это мы забираем. Оно может нам пойти за шоколад. То есть моя голова говорит, что это невозможно, а мое сердце говорит, что это шоколадные печеньки, ой, шоколадные хлопья. Так, значит, идем к шоколадным, идем к миксеру, закидываем шоколадные хлопья, проверяем, хватит ли нам этого. Так, мы не можем готовить, пока у нас нету цветов. Где нам взять цветы? Так. Постер нет. Здесь может быть есть пустая. Цветы. И, слушай, я даже не знаю, где нам взять цветы. Мы все цветы использовали. Нет, нельзя. Может, билеты? Нет. Так, давайте еще разок посмотрим, что нам необходимо. Так, сахар есть, часть сока есть. Кило... А, килофлор. Это не цветы, это мука. Килограмм муки. Так, знаете что? Килограмм муки мы, скорее всего, можем получить посредством разлома второго кристалла. Помните, у нас первый кристалл разломался, и у нас получилась такая, типа, мука. Вот я думаю, что второй, если кристалл мы сломаем, то у нас тоже получится мука. Так, она еще с ним разговаривает, кристалл. I don't know what I'm supposed to do with that. Beautiful. It'd be a shame if something... Так, Стив. Так, значит, его пока отвлекают. Давайте попробуем сыграть музыку. Quiet! Да ладно. Cookies, yes. Ха. Интересно, интересно. Так, где взять муку? Муку, муку, муку. No, he's on. If I touch him... Так, а если мы метнем? Нельзя? Что-то он задумался. That won't work. Не работать? Да ладно, точно работает. Well, I could... Так, я могу, но не хочу. No. Так, а вот еще, кстати, одна женщина. Мы не можем ее использовать, а так? Well, I... А так? Так. Well, так, а если мы используем... What? Nothing to say. I can't use... Мы можем это использовать. All these petrified us potions
I wonder what that means, but I had the feeling that the answer. Так это мы уже слышали. Это мы уже слышали. Кристалл нам надо пересломать. I can't do anything with. Либо пойдемте. Так, я точно думаю, что надо сломать кристалл. Так, а если мы сейчас Лори скажем прекратить его отвлекать? Так, ну, ради интереса. Ради интереса, Лора. Лора. Thanks, Laura. Thank you. И все прекрасно, значит, мы прекратили ее отвлекать. Теперь Стив. А, нет, мы не можем его туда утащить. А если тут... Пойдемте, может он будет, когда проходить по заднему двору, увидит Пита? Нет, так. Так, музыка. Can you sing that? Of course. Так, собственно, он опять поет эту песню. Please. Так, а как его вытащить теперь туда? Thanks for the information. Well. Как его туда вытащить? Билеты может отмыть? Hey, так, Лора. Can you distract him again? Well, with the earplugs it should be fine. But why should I distract him? He'll let us go wherever we. Так, значит, здесь мы его не можем отвлекать. Друг ты наш ненаглядный, а? Как тебя сюда затащить-то? Вот нам его надо вот сюда вывести каким-то чудесным образом вообще. Так. Может с ним поговорить, с Лорой? Лора может его сюда притащить? Нет. Laura. Yep, a little comp. He thinks. Robert, we have to walk. Так, Лору мы сюда, в общем, каким-то чудесным образом надо его сюда припереть. Так, испужанцы по сетроне. If I break them. Да ладно, сломай. I don't. Книжка, может, that's... нет. Так, билеты. That could be fun. Так, а давайте, знаете, что сделаем? Сейчас попробуем снова увести Пита туда, попробуем отмыть билеты и вместе с этими уже отмытыми билетами уйти на задний двор. Ну, я не знаю, у меня вариантов других нет. Просто он уходил с нами на задний двор, только если у нас были обычные билеты. Давайте попробуем, рискнем. А вот получится так. I can't do. Не можешь сделать? А если Лори отдадим затычки для ушей? Can you distract him again? Well, with the earplugs it should be fine. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Давай, вперед. I'm ready. You can yap away now. Так, все, значит, его отвлекают. Билеты сюда. I can't. Нет. Билеты сюда. No. What? Так, а если тебя отмыть? That could be fun. Won't help though. Может реально его отмыть? Let's see how long it will hold out. What? Нет. Стивушка, Стивушка, Стивушка или Питушка, давай, может... Все, значит, это спасибо тебе, дорогая. Так. Стив, он же Пит. Музыку сыграй-ка нам, пожалуйста. Да. Как тебя затащить туда? I can't.
Так, а если Стиву отдать грибы? Может, он сам себе уши заткнет? А так? А так? А так? Может так? Не хотит. Так, ну точно вот эта вот женщина что-то. Она зачем-то здесь стоит и стоит здесь неспроста. Hey, Laura. Лора, расскажи нам что-нибудь о себе. Nice coat. Thanks. Так, в принципе, все, мы уже спросили у нее все, что могли. Ой-ой-ой-ой, ну что мы опять застряли. Well. Так, может быть. Это не будет работать, а это... Ох-ох-ох-ох, так, Лора, на тебе снова грибы, отвлекай его, пойду я посмотрю. Так, почему это нельзя пропустить? Все можно, а вот это нельзя. Так, все, Лора его отвлекает. Пошлите. Да-да-да-да. Really? Действительно? Ну, по-любому нужен этот кристалл. Или я что-то путаю. Так, ну что? Здесь, слушайте, мы здесь, по-моему, подействовали на все, что можно было. Я не могу это использовать. Выглядит, конечно, прекрасно. Вот только сделать ты ничего не хочешь, друг ты наш ненаглядный, а? What? Так, он все-таки сломан. Хорошо, пойдемте, может быть, Гарфелина нам что-нибудь расскажет. Может, она расщепит своим ядом что-нибудь, что позволит нам это использовать как муку. Так. The dough's not ready yet. No taste test. Не готово. I'm afraid they're all... Так, я боюсь, что тут все ушло, но... Мне зачем бояться, друг ты наш. Так, а давай-ка возьмем этот кейс. И используем его вот так. Будешь не делать. Так, у нас нету до сих пор дозы. Ладно. Ты не можешь это использовать. Да ты точно можешь это использовать, друг ты наш. Ненаглядный, а? Где? Кто мне даст муку? Да-да-да, оставь. Либо нам нужно Пита туда вытащить. Так, что-то я прям вообще прям... Прям... Ох! Так, мука. Гарфелина. Так, значит, она ничего нового нам не сказала. Фосфосы. Мы вас уже использовали. Not possible. Невозможно. I won't take... Так. Это мы уже видели, да? No, I have my own flute nose. He's covered. Может быть, надо вот зажать это где-нибудь 1-4 и посмотрим. Чтобы кристалл сломался, а. Кстати, может быть, потому что, смотрите, у нас зажигается вот этот человечек. Есть вероятность, что там он тоже зажжется. Давайте потестим. Сейчас, потому что мы находимся... В ресепшн здесь у нас тоже такой есть. Так, фосфосу хорошо, конечно, но эффекта нам это никакого не дало. Хорошо. Пойдем дальше.
Так, здесь... Ничего не дает тоже, а? Ну давайте мы теперь пойдем. Может быть здесь, если мы сыграем, но сразу же нас слышит. Сразу же он нас сразу же слышит. Stop it! Soft cookies on it. Of course. Stop it! Fascinating. А, он не хочет разговаривать. I can't do anything with. Что тебе надо сделать? А как тебя туда вытащить-то, а? Thanks, Лора. Спасибо, Лора. Стив, он же Пит. Он же Пит, Пит. Ох, Ванюшки, что с тобой сделать-то, а? Мы это все вчера перепробовали уже, а? Уходим. Так. Пит там живет, я знаю. Слушайте. Ну-ка, пойдем-ка в тур. Do you have a word? Yes. My plan. Вот я идиот. Можно было просто попросить его туда выйти. Обалдеть, а? Я тут мучаюсь. Да, 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 да. Давай, Пит, вспоминай музыку. Давай, давай, музыку вспоминай. Мы на свежем воздухе. Yes, I think I got it. Та-дам! Мука! Knock it up! Oh, that brings back old men. Lovely, isn't it? Отлично, ребята, мы с вами добыли муку. Was the courtyard used for something different in the past? As I've already mentioned, the people waited here for an audience. Так, люди здесь ждали аудиенции. Care that they had a good drink to keep them warm, if you know what I mean. И они тут немножечко бухали. Yes. Да, они ждали аудиенции у Окарина Густава II. Точно? Do you remember the attack? Ты помнишь атаку? Что тогда случилось? Это все моя вина. Я бы никогда его не впустил. Ну ладно. Так, а дверь? Двор очень красивый. Дверь красиво, очень красиво декорирована. Неужели люди, которые использовали, были все очень богатыми? Да. Богатые и со знаниями. Очень умные и респектабельные во все времена. Все, кроме одного. Я никогда бы не впустил. Старый Пит никогда не забудет его. Даже в сегодняшний день. Слушайте, походу дело он про Конрад говорит. Ну-ка. Но эта дверь, она... Это единственный вход? Да, это единственный вход. Но не единственный выход? Прекрасно. Так, песню еще разок. Так, все, в принципе, он все, что нам нужно, он сделал. Собираем... Собираем Stone Dust, это наша мука будет. Это по-любому наша мука с вами. Так, Лора, пожалуйста, затычки. Well, пожалуйста, затыкай затычки и все, и вперед. So, the cookies, blah. Uh-huh. Так, все, супер, супер-пупер. Ём печенье. Переходим на сторону зла, готовим печеньки. Так, у нас точно теперь мука. Это наша мука. Готовься, печенюшки, готовьтесь. Все ингредиенты здесь, прекрасно, давайте в микс. Микс, пожалуйста.
The dough is ready. Супер, забираем. Забираем. Так, это все выливаем вот сюда. Пожалуйста. Получаем заготовку для нашего ключа. Заготовку в печь. Something. Так, и теперь взлим букашек. Conroy said I could have one as a pet, but I always burned myself. Взлим их. How am I supposed to insult beetle? Wait. Так, это мы все уже слышали, поэтому просто пропускаем. Нагреваем. Да-да-да-да-да-да-да-да, работает. Ключик должен быть готов. Так. Давай говорим хорошие комплименты. Hey Beatles, what's black and shiny and awesome? That's right, you are. Hey, it worked. Это сработало, супер. Ouch, the oven is wet. А горячая, ну я знаю, чем горячее брать, у нас точно есть угла. Гори, Конрой, гори. Oh, that's hot. О, это горячо, 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 горячо. Looks like the original and smells like cinnamon. Так. Go back in my pocket. Слушайте, мы с Конроем что только уже не сделали. Итак, у нас есть теперь все. Давайте мы теперь, знаете что, мы... Супер, Лору говорим... А, да ладно, Лора, давай, все, прекращай. Ты нам наверняка нужна будешь. Стив, идем домой. Да, проходим, оставляем Стива здесь. Он нам больше не нужен. Все, что мы с ним хотели сделать, мы все сделали. Ключик теперь у нас есть. Мы им открываем дверку и пошли к фонтану. Работает. Отлично. Так, музыка. Давайте посмотрим еще разок, что там нужно сыграть. И сыграем это. Так, все, поехали играть. Так. Wow, look! Your nose music made them glow. Do it again. Сделай это еще раз. Музыка заставила их светиться. Делай это еще раз. Она говорит, нет, спасибо, давайте не будем. Я с музыкой, потому что не очень. Может, на автомате он это сделает. Давай на автомате делай это. Ой, космосы просыпаются. Эй, милашки. А, мы активировали его. Смотрите, это ноты, это ноты. Вау, круто. Did I do that? Это я сделал? Да, это ты сделал. Flute notes, you did it! Супер, супер. И что нам это дало? Marbles? What are we supposed to do with marbles? А, ой-ой, паника! В общем, мы нашли мармеладки. Видимо, эти мармеладки — это глаза Базилиана, потому что один раз мы уже выдавали мармеладки за глаза Базилиана. Видать, мы нашли настоящие. Да, Базилиан, здрасте тебе. Слушайте, смахивает это на какую-то подставу. Опаньки, механик. Conroy must have built them. Not Conroy. There's only one Asposian who has the skills to do this. My father must be here somewhere. Это мог, не мог сделать Conroy, это мог сделать только отец. Потому что это... Она его обнимала. В общем, она говорит, что это единственный человек, кто мог это сделать, это ее отец. Сейчас нужно его найти. В общем-то, она от нас убежала. Она побежала искать своего отца. А мы, ребят, с вами на этом сегодня закончим.
С вами был Дженим, это была игрушка The Inner World. Играйте в хорошие игры. Пока!